Число зарегистрированных преступлений 14 073, что практически столько же, сколько и в 2022 году. Общая раскрываемость преступлений составила 64%. Это третье место в условном рейтинге по Центральному федеральному округу и 11-е по России. По тяжким и особо тяжким составам показатели раскрываемости достиг 57,5%, что вывело нашу область на второе место в ЦФО и 11-е по России. Сотрудниками органов внутренних дел расследовано 8 тысяч преступлений. Из них 2058 тяжких, особо тяжких составов. Это на четверть больше, чем в предыдущем году. Установлено 5683 лица, причастных к совершению преступлений. Разыскано 587 преступников. Также депутаты областной думы подготовили особое поручение контрольно-счетной палате по проверке реализации заключенных на территории области концессионных соглашений. Внеплановые проверки в регионах рекомендовала провести Госдума. Также парламентарии приняли закон об учреждении Дня Российского военно-исторического общества в Тамбовской области. Его приурочили к памятной и особо почитаемой дате – 16 февраля, Дню тамбовских героев.